Так, к Песаху уже пошли, к Песаху, я говорю, к Пасхе. Истерн. Тут продаются обычно яйца и зайцы. Это, в общем-то, является символом праздника здесь. То есть дети здесь должны искать яйца. Бабушки, дедушки обычно покупают разные пластиковые яйца. Иногда это просто киндер-сюрпризы. Разбрасывают их у себя дома по разным местам. Дети потом должны ходить их и искать, и собирать их, в общем-то, в такие ведра. Ведра я вам сейчас покажу. Видите, все, даже конфеты. В виде яичек, все в виде яичек, яйца, 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 и в Мемденс все яйца, в общем, делают форму яиц, все фирмы, все компании. Идемте посмотрим, в какие корзины собирают даже такие наборчики, вот таких зайчиков, это очень вкусные вот эти вот линд, или вот, вот такие вот, два сердечка с зайчиком, 2,98, так, здесь у меня музыка играет, надеюсь, не забанят. Задание было выбрать три перца. Light blue. Light blue. Покажи, как ты его мешаешь в руках. Как ты его растягиваешь. Теперь начинай тянуть. Тяни. Вот. Все, можешь играться, он у тебя готов уже. Покажи еще, как ты можешь тянуть. Понятно. Вот такие вот у нас штуки. Тут у нас мы делаем сейчас к Песаху, будем поделки делать. Тут у нас мальчики еврейские. Хорошая группа, мне нравится. Вот эти поют. Макабиц. Это макабиц. Они поют еврейские песенки и перепевочки. Молодцы такие.